Re, viss ēters ir te! Очередной случай педофилии. Отец использовал собственную дочь для получения сексуального удовлетворения и одновременно, чтобы изготавливать и распространять материалы порнографического характера. Эту информацию подтвердили нашим коллегам из программы «Панорама» в госполиции. Никто из родственников не знал о происходящем в семье. Более того, мать даже представить себе не могла, что муж делает с их ребенком. Подозрительного пользователя госполиция обнаружила в интернете. Мужчина выкладывал в сеть материалы порнографического содержания. На всех был виден один и тот же ребенок, девочка 4-6 лет. Отец в преступных деяниях признался и в данный момент находится под стражей. Хотя полиция раскрыла его преступление в январе, совершено оно было еще в прошлом году, еще до того, как в силу вступили поправки к уголовному закону, определяющие растление малолетних как тяжкое преступление. Поэтому мужчину судить будут по старому закону, то есть ему грозит до 3 лет тюрьмы. В этом году полиция по подозрению в педофилии уже задержала 3 человек.